Спасибо. Спасибо огромное. Братья и сестры, давайте откроем Священное Писание. И я хочу вместе с вами открыть Евангелие от Луки, 18 главу. Кто из вас был на прошлом богослужении? На прошлом богослужении я начал говорить о молитве. Хочу сказать, что молитва, пастор Ким Он О сказал о том, что есть два крыла, на которых основана церковь. Это Слово Божие и молитва. Два крыла, на которых основана церковь. Слово Божие и молитва. Молитва очень важна. Если нет молитвы, ничего не происходит. Если мало молитвы, то ты практически иногда крупицы какие-то получаешь сверхъестественного. Все естественно. Ты веришь в Бога, ты следуешь за Ним, ты стараешься быть верным Ему до конца. Но если спросить у тебя о том, можешь ли ты рассказать свидетельство, как Бог действует в твоей жизни, здесь проблема. Почему? Потому что если нет молитвы, нет свидетельств, нет чудес. И также так мало победы. Победы над собой, над характером, над какими-то плотскими моментами, над теми вещами, которые с детства, может быть, просто выросли вместе с тобой, сопровождают тебя, от которых ты устаешь, сам от себя устаешь иногда, и ты чувствуешь, когда нет силы у тебя победить самого себя. Причина? Нет молитвы, мало молитвы. Очень много христиан, следующих за Господом, которые верны Богу, стараются изо всех сил, но если можно было бы сделать некий срез и сделать, как бы, графически изобразить, где их вера находится, то мы увидим, что она находится в верхней части, в голове. Они верят Богу, они следуют за Ним, но так мало внутри силы, чтобы побеждать. Хочу сегодня продолжить вместе с вами эту тему и хочу открыть Евангелие от Луки, 18 главу. И первый стих написано, что «сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Вот эту фразу хотел бы, чтобы она осталась у нас, если служение подойдет к концу, и вы уйдете домой. Хотелось бы, чтобы вы ушли с этой мыслью «должно всегда молиться и не унывать». Давайте скажем вместе «должно всегда молиться и не унывать». Иисус сказал эти слова. Он говорит, должно всегда молиться и не унывать. Знаете, я хочу начать сегодняшнюю проповедь с истории, которая случилась со мной, если я правильно помню, в 93-м году. Я был совсем еще юным молодым пастором, и наша церковь поехала на конференцию в Москву. И на этой конференции у нас была школа библейская, были студенты, которые заканчивали годичный курс обучения. И все студенты поехали на эту конференцию. И с нами вместе поехал один молодой человек, его звали Саша. Буквально, вернувшись назад, если я правильно помню, буквально сразу после поездки он женился, или он женился до поездки, не могу точно вспомнить, неважно. Важно то, что он только-только женился, буквально первый месяц его жизни, значит, совместной. Когда он приехал обратно, то его жена сказала о том, что Саша болеет. И мы помолились о нем. Через несколько дней я узнал, что его увезла скорая помощь в больницу, он в очень плохом состоянии. А ранним утром, часов, наверное, в 8:30, позвонил телефон, и на другом конце человек сообщил о том, что Саша умер. Вы бы видели, что происходило со мной тогда. Я не мог найти места в комнате. Я не мог поверить сначала. Потом я быстро вылетел из дома, прыгнул в машину и полетел в больницу, где он был. Пока я ехал, я всю дорогу молился. Я громко молился. Я просто говорил, Господи, так не должно быть. Ему всего 27. Это не могло произойти вообще. Господи, ты видишь все, ты знаешь, как это так, как это он умер. Как это он мог умереть? Господи, если он умер, то я верю, что ты хочешь его поднять.
И знаете, мы буквально полгода до этого, наверное, проводили огромную евангелизацию на стадионе в Новосибирске, где 25 тысяч человек собралось вместе. Мы видели очень много чудес. И я верил в то, что Бог должен изменить вообще представление. Этот атеизм, это безбожие, это пустота должны уйти. Мы должны полностью посвятить свою жизнь Господу, и население нашего города должно служить Богу. И вдруг такой случай, Саша умер. Саша был евангелистом. Саша умер всю дорогу. Я ехал, потом я успокоился немного, я молился духом, и потом немножко успокоился, и я сказал: Господи, я помню, перед тем, как выбежать из машины, я остановился на пару минут, и я сказал: Господи, у меня внутри есть вера, что это к славе Твоей. Я Твой раб. Я здесь, потому что Ты сказал мне приехать в этот город. Я пойду сейчас в больницу. Я попрошу, чтобы меня пустили к его телу. Господи, я призову там Твое имя. И я хочу, чтобы Ты воскресил его. Ты это сделал с Лазарем. Сделай это с Сашей. Весь город узнает. Тысячи людей придут к Тебе. Господи, разве не это самый лучший момент? Я говорил с главным врачом, и он дал разрешение, меня пустили в морг, на тележке выкатали его тело. 6 часов я стоял возле этого тела, и я молился очень горячо. Потом у меня уже не было ни голоса, ни сил, ничего. И Господь не ответил. Скажите, а у вас бывало так, что вы молились, и Бог не сделал так, как вы хотели? Было так? Было. Может быть, ты молился об исцелении твоего близкого человека, либо личном исцелении. И ты молился очень горячо. И ты, оглядываясь назад, как Езекия, мог сказать: Господи, я служил Тебе столько лет, верно, посвящая свою жизнь Тебе. Почему же эта болезнь приключилась со мной? Исцели меня. Господи, исцели меня. Но исцеление не случилось. Может быть, вы молились очень горячо за какого-то человека, которого вы также любите, или близкого вашего, а этот человек, чем больше вы молитесь, тем больше выглядит, что он еще дальше уходит от Бога. Вы молились, чтобы Бог его встретил, и он был спасенным, а он ожесточается, еще хуже и хуже и хуже и хуже. И вы думаете, почему же так? Может быть, вы молитесь о том, чтобы ваш брак был сохранен, и выглядит так, что уже там ничего нет, все, одни уголья, и выглядит так, что еще чуть-чуть, и он просто развалится, рассыпется, и вы молитесь: Господи, пожалуйста, сохрани мой брак. Господи, благослови мою семью. Боже, дай нам новые чувства. Но в конечном счете происходит развод. Знаете, что мы будем делать сегодня вместе с вами? Мы посмотрим на то, что говорит Библия. То, что ясно в Писании. Что имеет значение для Бога, когда мы молимся? Еще раз. Давайте посмотрим вместе с вами, что важно для Бога, когда мы молимся. И первый текст из Священного Писания, который хочу предложить вам, записан в Евангелии от Марка в 11 главе в 24 стихе. Здесь написано так: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Друзья, итак, первое, что важно для Бога, когда мы молимся, это наши отношения с другими людьми, они имеют значение для Бога. Иисус говорит, что когда вы стоите на молитве, то вы прощаете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Вы знаете, так много христиан, которые молятся и которые не получают ответы на молитвы свои, но одна из причин, почему у них нет ответа, состоит в том, что в сердце у них остается боль. Боль непрощения, боль обиды, боль того, что этот человек так плохо поступил.
что кто-то наступил на вас, кто-то игнорировал, кто-то даже не поздоровался, кто-то внимания не обратил на вас, кто-то предал вас, кто-то вообще очень жестоко кинул вас, кто-то не только не заплатил, но вообще даже обобрал вас, и эта боль, как стрела, вонзилась в сердце. И вы приходите к Богу, вы молитесь, но ответа нет. Загляните глубже, не спрятана ли там обида и непрощение. Иисус говорит, если вы хотите, чтобы вы получали ответы на ваши молитвы, то вам нужно, когда вы молитесь, прощать согрешения тем, кто обидел вас. Иоанн, продолжая эту тему, говорит следующее. Он говорит, что если брата, которого ты любишь, ты видишь, ты не любишь, как ты можешь говорить, я Бога люблю, которого ты не видишь? Другими словами, нам нужно в действительности быть внимательными и следить за своим сердцем. Не оказались ли мы сейчас в состоянии огорчения? Потому что когда ты в состоянии боли и огорчения, тогда Бог не слышит, Бог не отвечает. Писание говорит, что остаются сии три – вера, надежда и любовь. То есть, как спутники, которые сопровождают тебя в этом путешествии на небе. Одна, вторая и третья, три спутника, три спутницы. И они идут рядом. Вера, надежда и любовь. И ты, как пилигрим, идешь по земле. И там какие-то стрелы, и там какие-то камни, и там булыжники, и там ты упал, и там ты поранился, там ты перебинтован, там ты весь в крови, там опять кто-то бросил в тебя какой-то камень, он попал в тебя, и тебе снова больно, тебе снова плохо. И вот эти три спутника, они сопровождают тебя, поднимают тебя, и они говорят, посмотри дальше, там впереди небеса, посмотри, вот еще выше смотри, еще дальше смотри, в будущее смотри, это все закончится, смотри, вот, вера твоя, где твоя вера? Они укрепляют твою веру, дают тебе надежду. Но апостол говорит, любовь из них больше. Давайте скажем, любовь из них больше. Три спутницы, любовь из них больше. Вы подумаете, пастор, ну ты взял одно местописание, теперь на нем говоришь. Я не могу простить этого человека, этот человек сделал так много зла мне. Как я могу простить? Знаете, есть люди, которые в действительности очень-очень трудно прощают. Я бы сказал, нам нужно вырабатывать привычку прощать. Вырабатывать привычку прощать, даже когда люди не просят у нас прощения. Смотрите, еще один текст есть, 1 Петра 3 глава 7 стих. Там сказано также, и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. И после этого написано, дабы не было вам препятствия в молитвах. Слышите? То есть, если мужья не выполняют то, что должны выполнить, если они не любят свою жену так, как должны любить свою жену, если они не оказывают ей честь, если они живут просто так, как они хотят, а потом они молятся, то Библия говорит, что у них будут препятствия в молитве. Вторая вещь, на которую я хотел бы, чтобы мы вместе с вами посмотрели, что важно для Бога, когда мы молимся, это наш мотив. Иакова, 4 глава, 3 стих. Иакова 4:3. Здесь Иаков говорит следующие слова. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Слышите? Очень прямо и открыто Писание указывает на то, что в наших молитвах присутствуют наши вожделения, что мы просим, но просим не на добро, а чтобы употребить для своих собственных желаний, для наших вожделений. И Иаков говорит, что на эти молитвы Бог не отвечает. Знаете, в Писании очень ясно видно, что фарисеи молились таким образом. Помните, однажды в одной притче мы видим одного из фарисеев, который молился, и рядышком стоял мытарь, и в молитве своей он превозносился над мытарем. Он говорил, я не такой, как этот человек. Бывают такие молитвы, которые пропитаны эгоизмом, пропитаны завистью, выгодой, корыстью. Господи, дай мне, если глубже посмотреть, почему человек просит, он просит, потому что он просто хочет, сильная похоть, сильное желание.
Бывают молитвы, которые пропитаны даже злом. Господи, накажи этого человека. Господи, вступись за меня. Господи, ну неужели ты будешь молчать? То есть все различные мотивы иногда превалируют в наших молитвах с Богом. И Иаков говорит, вы просите и не получаете, когда вы просите не на добро. Итак, что важно для Бога? Важны наши отношения с близкими и важны наши мотивы. Давайте посмотрим книга «Притч», 16 глава, 2 стих. Там написано так, что «все пути человека чисты в глазах его, но Господь взвешивает души». Слышите? В глазах человека, когда ты спросишь у него, он тебе ответит, все нормально у меня, я правильно молюсь, Бог, я жду, Бог ответит мне на эту молитву, но Господь взвешивает души. То есть он смотрит глубже и видит мотив, что именно было движущей силой в той или иной молитве. Итак, мы говорим с вами, что важно для Бога, когда мы молимся. Третий момент, который не менее важен, он называется «образ жизни». Образ жизни, то, как человек живет, который молится, имеет значение для Господа. Иакова 5 глава, 16 стих. Это текст, который часто был вдохновением для меня, когда я молился и когда я молюсь сейчас. Здесь в конце этого стиха сказаны такие слова. «Много может усиленная молитва кого? Праведного». Давайте еще раз скажем «праведного». То есть, другими словами, он говорит, что если человек живет праведной жизнью, если это праведник, то его молитва может сделать многое. Много может усиленная молитва праведного. Знаете, интересно, когда я был сейчас в Корее, всю ночь перед тем, как собрание должно было быть на стадионе, открытый большущий стадион, всю ночь шел дождь. И утром пастор говорит, я начал молиться, и я сказал, Господи, все люди, которые собрались сегодня прийти, это препятствие для них может быть. Пусть прекратится дождь. И он говорит, когда мы пришли, ровно в 8 утра дождь прекратился, тучи в считанные минуты разошлись, и солнышко стало светить. Много может усиленная молитва праведного. Другими словами, усиленная молитва нечестивого, неправедного человека не может ничего. Разве не так? Бог смотрит на жизнь твою и то, как ты живешь, как ты поступаешь, и исходя из этого, Господь отвечает на молитву свою. Представьте себе, что вы намерены вложить какие-то средства, сделать доброе дело, сделать милосердие. Вы смотрите, куда инвестировать себя или, значит, средства свои. И вы наблюдаете за разными людьми. Вы хотите помочь какой-то семье. И вы смотрите, и одна семья, и другая семья имеет нужду. И в действительности выглядит так, что и там кричащая нужда. Но потом вы думающий человек, вы рассуждаете больше, и вы пытаетесь понять, почему они в таком состоянии. И потом, получив все ответы, они перед вами как будто бы одинакового веса два человека, и вы даже не знаете, кому дать предпочтение, тому или другому. Но потом вы обнаруживаете, что один из них живет безбожной жизнью, живет как хочет. Он имеет плохие привычки, он пьет, курит, он пропадает периодически из дома, а другой живет благочестивой жизнью. Я думаю, что если вы думаете дальше, то вы, конечно, вложите в другого человека. Потому что вы не хотите, чтобы ваши деньги были просто растрачены непонятно на что. Знаете, может быть подобным образом, а может быть как-то по-другому, но я думаю, когда Отец Небесный смотрит на своих детей, то Он говорит, знаете, что для меня важно? Для меня важно не просто, как вы молитесь, для меня важно, а как вы живете. Он Бог, который наблюдает за нами, за жизнью каждого из нас. И видя, как мы живем, Он отвечает на наши молитвы. Я хочу вместе с вами еще посмотреть книгу «Притч», 15 глава. Здесь в 29 стихе написано так. «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит». Давайте скажем, молитву праведников слышит. Друзья, я хочу, чтобы вы были очень внимательны. Что я не имею в виду?
Я не говорю о том, что если ты не грешишь, то это означает, что Бог обязательно услышит твою молитву и ответит на нее. То есть, другими словами, если ты, глянувшись назад на неделю прошедшую или месяц прошедший, можешь сказать, я не грешу, или я не грешил, или не грешу, я живу святой жизнью, это не означает, что автоматически Бог ответит на всякую молитву. Он все еще Бог, имея суверенную власть. И второй момент, который очень важен также, что если ты периодически грешишь, если ты борешься, если ты стараешься жить святой жизнью, но у тебя не всегда получается, но ты при этом по-настоящему борешься с этим, то это не означает также, что Бог игнорирует твою молитву и совершенно не слышит ее. Вот что я имею в виду. Я имею в виду следующее, что именно то, каким образом ты живешь, именно на это смотрит Бог. И исходя из этого, отвечает на наши молитвы. Четвертый момент, который не менее важен, что важно для Господа, когда мы молимся. И четвертый момент записан у Иакова в 1 главе 6-7 стихи. Здесь написано так: «Но да просит с верою». Речь идет о человеке, у которого недостает мудрости. И Иаков говорит, что да просит у Бога, который дает всем просто и без упреков, и дастся ему. И потом добавляет, он говорит, да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой морская волна. И далее говорит: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Слышите? Когда ты молишься, ты должен верить в то, что Господь ответит тебе на твою молитву. И если ты сомневаешься, то Писание говорит, что ты ничего не получишь от Бога. Да не думай, даже не думай, когда ты сомневаешься, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Мне очень нравится этот пример в Библии, когда Иисус был в одном доме, и приступили к Нему слепые. И написано, что Иисус говорит им: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Это 9 глава Евангелия от Матфея, 28 стих и ниже. Они говорят ему: «Ей, Господи!» То есть, конечно, Господи, да, Господи, мы верим. Тогда он коснулся глаз их и сказал. Что он сказал? Послушайте внимательно. Он говорит следующее: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Слышите? Он не сказал: «Хорошо, я всемогущий Бог, и я сделаю. Неважно, как ты мыслишь, веришь или не веришь». Он сказал: «Верите ли?» Они сказали: «Да, конечно, Господи». Он говорит: «По вере вашей будет вам». У меня много примеров в жизни, как я лично получал исцеление, как многие из вас получали исцеление или ответы на нужды свои, молитвы свои. И, конечно же, это не происходило без веры. Просто так: «Я не знаю. А может быть, Господь даст, а может и не даст. Да не знаю». Знаете, как сестра одна говорит: «Я помолюсь, но перед этим я выпью таблеточки, потому что, да не знаю как. Если Господь захочет исцелить, исцелит. Если не захочет, не исцелит». Я думаю, она будет пить таблетки до конца своих дней. Почему? Она полна сомнения. Знаете, вера, она говорит «да», и она говорит «аминь». В Библии сказано, все обетования в Боге – да и аминь. Я не то чтобы призывал вас, значит, к тому, чтобы вы выбросили таблетки, но я призываю вас к тому, чтобы вы верили Богу, верили Богу. Если Господь дает вам эту веру, если она растет у вас от Слова Божьего, и приходит момент, то вам нужно по вере вашей получить то, что вы просите от Господа. Пятый момент, что важно для Господа, когда мы молимся – это записано в первом послании Иоанна, в 5 главе 14 и 15 стихи. «И вот какое дерзновение имеем к Нему, что когда просим чего, как, будьте внимательны, по воле Его Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Итак, апостол Павел однажды открыл свое сердце в одном из писем, и он говорит о том, что он трижды просил у Господа, чтобы Господь удалил что-то от него. Он
назвал это «жалова плоти». То есть «жалова плоти». Он трижды просил у Бога: «Господи, удали это от меня, удали». Кто-то говорит, что это была какая-то болезнь, кто-то говорит, что это были люди, которые окружали его, которые постоянно перебивали то, что он делает. Мы не знаем, что именно это было, но трижды апостол просил у Бога. Мы должны понимать, что апостол Павел, если кто и должен был бы быть примером для нас в образе жизни, в вере, в мотивах, в отношениях с другими людьми, то, конечно же, это апостол Павел. И вот теперь этот человек молится к Богу, и он трижды просит: «Господи, ответь мне на мою молитву». И вот ответ Божий совершенно другой. Он не отвечает так, как просит у него его сын Павел. Но его ответ был следующим. Он сказал: «Достаточно, довольно для тебя благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи. Поэтому я не исцелю тебя или не уведу от тебя этих людей, но я оставлю все это жало с тобою или в тебе, но я сделаю так, что у тебя будет сила, больше силы. Я дам тебе больше благодати, чтобы ты имел правильное отношение к ситуации, в которой ты находишься». То есть, другими словами, воля Божия здесь очень явно показано, что была в другом, чем то, что просил человек. И поэтому Иоанн говорит, что мы знаем, что когда мы просим чего по воле Его, Он слушает нас. Друзья, хочу очень кратко сказать о том, что у меня есть друг. Мы вместе росли когда-то, когда жили еще на Западной Украине. Моя мама и его мама были подружками вместе, потом вышли замуж, и она, и моя мама также. Родились дети. И часто дружили, часто приходили друг к другу, вырастали в одной церкви. Потом, когда я переехал жить в Ригу, он тоже жил в Риге, и мы дружили вместе. Очень многие автомобили, на которых я ездил, это были те автомобили, которые он либо благословлял меня, либо помогал мне купить подешевле как-то. И вот где-то, наверное, 12 лет тому назад я узнал, что его сын Вадик, ему было 16 лет, погиб. Он жил в то время в Америке. Конечно, очень страшно, очень жутко. У него двое детей, Ангелина и Вадик. Я позвонил ему, я пытался с ним говорить, утешать его каким-то образом. Вот. И спустя 10 лет я только приехал в Америку, встретился с ним. Мы сутки проговорили напролет. Сидели, просто общались и общались. И, конечно же, сразу же поднялся вопрос: как вы? Мы похоронили Вадика. Я приехал в их дом, у них большой красивый дом и комната, и в этой комнате очень много фотографий Вадика. И я сказал: вы так, а кто в этой комнате живет? Рита говорит: никто, просто так она осталась, как-то мы приходим иногда туда, нам трудно. Знаете, а год назад, по-моему, я снова видел их. И мы снова были вместе целые сутки, общались, беседовали. И Рита сказала такую вещь, которую мы и ощутили на себе. Она сказала точно так же, как, допустим, человек лишается какой-то конечности, он живет дальше, но у него нет руки там или ноги. Это же другая жизнь уже. Это уже как-то по-другому же. Раньше ты бегал, сейчас бегать не можешь. У тебя протез там, например, еще что-нибудь. Она говорит: точно так у меня в жизни. Я как будто бы что-то, как кого-то или что-то отрезали от меня, какой-то части у меня нет. Мы живем дальше, но мы не те. Но мы как-то по-другому живем. И вдруг она говорит такие слова, которые я запомнил. Она говорит: знаешь, Виталий, знаешь, Надежда, а мы на самом деле благодарны Богу, что Он забрал нашего Вадика. Ему было 16 тогда. Сейчас, через 12 лет, мы смотрим на ту молодежь, с которой он рос. Этот сидит в тюрьме, этот колется, этот непонятно как живет, этот вообще ушел из дома. И всей молодежи, только некоторые единицы, которые еще как-то держатся и ходят в церковь. И Валера говорит: мы не могли раньше так видеть. Боль захлестывала все. Нам нужно было время, чтобы мы могли посмотреть и увидеть, что Бог сделал самое лучшее, и продолжать доверять Богу.
Чувства долгие годы захлестывали. Мы шли за Богом. Но у нас как вопрос был: почему, Боже? Вы знаете, что несколько месяцев тому назад мы с Наденькой нашего сына похоронили. И совсем недавно мы вспомнили о том, что однажды тоже Давиду было лет, наверное, 15-16. И его очень сильно тянул мир. Он уходил из дома, приходил домой, уходил из дома, приходил домой. Он боролся с этим. И очередной раз, когда он ушел из дома во зле, и мы знали, что он грешит, в одной из молитв моя жена сказала такие слова. Я стоял вместе с ней в этом. Она сказала: Господи, мы посвятили этого мальчика Тебе. Мы вкладывали страх Божий в его сердце. Мы воспитывали его, как могли, как понимали, ведя его к Тебе. Господи, это Твой ребенок. Мы не можем контролировать его вот эти все выходки. Мы просим Тебя. Ты Бог. Ты все знаешь, Ты все видишь. Есть ли лучше, чтобы он жил просто вот так, как он живет? Разве это лучше? Не лучше ли, Господи, пусть Ты его, лучше забери его к себе, если он будет жить мирской жизнью и просто вот использовать других людей, грешить. Господи, знаете, очень сильная молитва, очень непростая молитва, молитва, которая может быть непонятной младенцам, которые только покаялись. Но кто в Боге давно, для кого ценность вечности важнее земной жизни, кто знает, о чем идет речь, может понимать, что помимо материнской отцовской любви есть Божие, которое больше и сильнее. Мы забыли об этой молитве, потом все оставшиеся годы мы молились: Господи, верни его к себе, дай ему покаяние, дай ему покаяние, дай ему покаяние. И когда мы узнали, что Давида уже нет, только недавно мы вспомнили об этой молитве. Я хочу сказать, друзья, что однажды Иисус так молился, что пот его был, как капли крови. Он кричал, взывал. Он был в крайнем эмоциональном истощении. И он говорил: Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. А потом сказал: не моя воля да будет, но Твоя. И так Господь смотрит на то, диктуем ли мы Ему свою волю, или смиряемся и говорим: да будет воля Твоя, Небесный Отец. Последнее, что я хочу сказать, что важнее всего, когда мы молимся, братья и сестры, что важнее всего, когда мы молимся? Иоанна 9 глава, 31 стих. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. И я бы назвал последнее, что важнее всего, чтить Бога, творить Его волю, иметь отношение с Богом. Если вы записываете, запишите: иметь искренние, глубокие отношения с Господом. Это важнее всего. Не просто молиться только тогда, когда у тебя беда. Знаете, как 002 звонишь, 003, скорая помощь, помоги. И для некоторых людей молитва – это как заявка: Боже, пожалуйста. Это как, знаете, крик: Боже, у меня тут ситуация из-под контроля выходит, у меня все плохо, денег нет, там, дома плохо все, там, отношения плохие в семье, там, нет здоровья, еще что-нибудь, с детьми сложности, знаете. И некоторые из нас рассматривают молитву именно как вот этот крик или как звонок скорой помощи: Боже, помоги нам. Но я хочу сказать, что Иисус сказал: важнее всего иметь постоянные и глубокие отношения с Господом, искренние. И Он говорит, что кто чтит Бога, кто почитает Бога, того молитву слышит Господь.